спрашивают, если мы, значит, все делаем, грехи сгорают, значит, тела же не будет никакого. А если мы вдруг не достигли совершенства в сознании Кришны, тогда Кришна для вас сделает небольшую карму, чтобы дать вам возможность продолжить свою практику и достичь совершенства. Называется Кришна-карма. В принципе, с преданными так оно и происходит. Наша судьба меняется, Кришна вмешивается в нашу судьбу, и уже там, как лучше для нашего сознания Кришны, так и делает. Мы об этом уже говорили как-то. А так после каждого киртана были бы трупы. Люди... Оно, кстати, бы не распространилось, движение, потому что один удачный киртан и больше не распространяется. Некому распространять. Все, уже конец. А надо, чтобы распространялось, и поэтому Кришна как-то там так делает, чтобы все-таки ну, карма оставалась, иначе... Иначе как двигаться-то будут проповедники? Все, конец. Надо же, чтобы происходило. Кришна карма называется.